комсомола. Для тех, чья молодость была связана с Коммунистическим союзом молодежи, день рождения комсомола продолжает оставаться одним из самых любимых праздников. Многие комсомольцы прошлых поколений до сих пор с ностальгией вспоминают годы своей юности. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались всесоюзные комсомольские стройки, осваивался космос, руками молодых возводились города. Теперь это уже история. Будем помнить, что она у нас общая. Как бы круто ни менялась жизнь, мы не имеем права забывать историю страны, где биографии нескольких поколений россиян неразрывно связаны с комсомолом. Нужно помнить, у кого нет истории, у того нет и будущего. Сегодня комсомол – это не только память, это хороший пример для молодежи. Самые лучшие из своего бесценного опыта ветераны комсомола должны передать своей смене. У нас растет новая плеяда способных ребят, молодых талантов. Современная молодежь достойно продолжает традиции поколения, развивается молодежная культура. Мы счастливы, потому что ответили самоотверженным трудом, упорной учебой, достойным исполнением воинского долга, своим достижением в культуре, спорте. Каждый из вас на своем месте делал все, что от него зависело для своего народа и для своей страны. В нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто сложил голову за свободу и независимость нашей Родины, кто защищал ее интересы, не щадя своей жизни. Дорогие друзья, времена меняются, но истинные ценности, которые воспитал в нас комсомол, остаются. Любить и беречь свою Родину, думать о своем народе, о тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть дела. Калашникова Нина Васильевна. Сим Каюмович. Румия Музагитовна. С праздником! И общее фото. В честь сегодняшнего юбилея, Сэнда, пройдите, пожалуйста. Спасибо большое. Еще раз с праздником вас. Счастья, здоровья, всего самого-самого. Замышлар курыга. Туган или бизни яратырга, хамдымьяны тағында яхшырак итарыга тілейбіз. В этот знаменательный день мы хотим пожелать и юному современному поколению гореть таким же энтузиазмом, жаждать новых открытий и достижений, ценить и любить свою Родину и делать все, чтобы наш мир становился лучше. Вас поздравляет! Сыгукаева Ольга Александровна! Токи современных молодежных движений берут свои корни оттуда, из советского прошлого. И мы с радостью предоставляем эту сцену молодому поколению энтузиастов, сводному хору учащихся городских школ под руководством Эльвиры Ахмедзяновой. Попурри на комсомольские песни. Мукартисов Хады Вахитович. Thank you.
крепкого здоровья. Фото на память. Спасибо большое. Мы просим вас пройти на свои места. Еще раз всех